наконец-то мои любимые средства, мои любимые девочки от фирмы Clarins. Тоже в предыдущем видео я затрагивала тему Clarins, и сейчас я вам все очень-очень подробно расскажу. Во-первых, первое, что у меня появилось еще до Нового года, у меня появилось косметическое масло «Голубая орхидея» для обезвоженной кожи. У меня, конечно, кожа не обезвоженная, у меня обычная такая, в принципе, нормальная кожа, да, склонная к жирности, как я говорила, в тазоне. Но этот крем, это масло, оно не делает кожу еще более жирным, даже в тазоне. И очень хорошо впитывается масло, и достаточно там 3-4 капель, чтобы разнести по всему лицу, и я на шею тоже его наношу. Смотрите, я его использую с декабря месяца, декабрь, январь, февраль, март, 4 месяц всего лишь, и я его использовала уже очень много. Люди, девочки, я вот читала отзывы, годами пользуются, там 2 года могут пользоваться, а я каждый день пользуюсь этим средством, я нереально довольна, я очень люблю на самом деле это масло, и скорее всего, оно, когда оно у меня закончится, я куплю себе новое, потому что его можно использовать как дневной крем, его можно использовать как ночной крем, оно не забивает поры вообще ни на секунду, кожа дышит, кожа очень напитанная, немножко, конечно, остаются порой излишки, но излишки я просто салфеткой промакиваю, и в принципе все нормально. И, конечно же, вот этим маслом я нереально довольна и очень рада, что я вот так удачно вложилась в денежном плане, потому что, ну, конечно, масло стоит того. Я знаю, очень многим девочкам не подходит их масел вообще, такого рода масел, вот фирмы Clarins, по-моему, 3 вида: для обезвоженной кожи, для нормальной кожи и для жирной кожи. Я говорю про вот свою, у меня для обезвоженной кожи. Несмотря на то, что кожа у меня не сухая, она мне все равно подходит просто идеально. Я обожаю все в нем, да, начиная от аромата, заканчивая действием. Я его добавляю в ночной крем, я его добавляю в дневной крем, я его использую просто как маску. В общем, универсальные средства, я его очень люблю. Стоит оно не дешево, поэтому сказать, девчонки, бегите, покупайте это масло, я не могу. Но после того, как я начала пользоваться, вот немножко изменила я свой уход за кожей, у меня кожа мне реально сказала спасибо, и у меня практически не бывает прыщей. Девчонки, практически не бывает прыщей. Для меня это просто, ну, это что-то с чем-то. У меня всегда какие-нибудь 2-3 прыща на лбу. У меня в основном проблемная зона была — это лоб. Но после того, как я начала пользоваться тем уходом, которым я пользуюсь сейчас, они у меня просто начали пропадать. Ну и плюс еще я дегтярным мылом умываюсь, кстати. Да. Вот, следующее средство — это тоже крем от фирмы Clarins. Дневной крем для борьбы с первыми возрастными изменениями для любого типа кожи. Крем превосходный, девчонки, он впитывается, моя кожа его вбирает, как будто, я не знаю, как манну небесную. Здесь очень удобная закрывашка, и я его, кстати говоря, никогда не беру пальчиком. Я не засовываю туда палец, я беру ватной палочкой, и одной ватной палочки мне хватает на все лицо. Аромат очень прикольный, аромат немножко такой винтажный, бабушкинский, немножко какой-то странный пудровый аромат, но даже этот аромат меня не смущает, очень приятные чувства, очень приятные ощущения на целый день. На него, могу сказать сразу, идеально ложится тональный крем, идеально ложится весь макияж, в принципе ничего не течет, и здесь нет SPF защиты, поэтому, ну, поэтому имейте в виду, что нужна дополнительная защита, если будете подобным средством пользоваться. А ночной крем из этой же серии, из серии для против первых возрастных изменений. У меня такая мини-версия. Ночной крем мне понравился даже больше, чем дневной. Обалденный просто крем. И он преображает лицо, ну, буквально чуть ли не с первого раза, когда я применяю вот все это в комплексе. Сейчас я вот сразу следующий покажу сыворотку. Вот этот крем наношу вместе с этим маслом на ночь. И у меня лицо просто, ну, я не знаю, персик просто какой-то. Реально. Вот эти 3 средства на ночь — это просто бомба для моей кожи.
Крем тоже очень приятный, очень быстро впитывается прямо кожей, вбирает просто, говорит, ой, давайте мне еще, дайте еще, еще, еще. Вот, пахнет он немножко по-другому, более такой свежий, немножко одеколонный запах, насколько мне вот сейчас показалось. Вот, крем отличный, но полная версия тоже стоит, наверное, около, в районе 3000 рублей, поэтому, в принципе, если для вас это небольшая сумма, то я, конечно же, советую, потому что поры не забивают, кожа светится и здоровьем, пышет просто счастьем, так что не могу не советовать. И мультиактивная сыворотка, тоже от фирмы Clarins из этой же серии для борьбы с первыми возрастными изменениями. Это просто что-то с чем-то. Запах тут, аромат у него прямо, знаете, вот такой же бабушкинский аромат, но в 3 раза более концентрированный, наверное. Очень интересный аромат. Здесь у меня тоже мини-версия, всего лишь 10 мл. Даже в мини-версии здесь, как вы видите, помпа, наносить безумно удобно. Я его даже использовала, когда-то я забыла нанести дневной крем, и я его использовала вместо дневного крема. На него даже идеально ложится тональный крем, весь макияж просто держится на ура. То есть это отличная основа для макияжа, так же, как и дневной крем. Вот. Его для чего нужна сыворотка? Сыворотка усиливает действие крема, поэтому после умывания я наношу эту сыворотку, потом наношу крем и порой даже наношу масло. Вот, так что, в принципе, это такой промежуточный этап. Это не средство, которым нужно пользоваться поодиночке, насколько я понимаю. Вот, следующее средство тоже покупала я еще до Нового года, в декабре. Это скраб от фирмы Clarins. Не помню уже, какая это серия, но поближе вам покажу. Это та самая концентрация частичек, которые нужны моей коже. Их ни много, ни мало, их ровно столько, сколько нужно. И даже, знаете, можно после вот этого скраба, я забывала наносить даже крем, и кожа не стягивалась. Она прям все равно, она такая напитанная, отшелушенная, но очень приятная. От ней приятное ощущение только от этого скраба. Но он у меня, конечно же, уже заканчивается. Я раз в неделю пользуюсь им, и он у меня уже практически на исходе. И еще из этой же серии, тоже все это я в наборе покупала, у меня был тоник. Тоник просто нереальный. Как мне понравился этот тоник, девчонки. Фотографию я из Инстаграм стырю и вставлю вам. Тоник тоже из этой же серии, наверное, был, по-моему, с ромашкой. Какой классный был тоник. Это очень, конечно, шикарная вещь. И, скорее всего, я вообще теперь думаю, может быть, перейти полностью на уход от фирмы Clarins, потому что на моей коже подходит. Очень прям нравится, и я очень довольна. Я вижу, что у меня кожа, ну, преображается, это факт. Это просто, ну, нельзя никак отрицать. У меня перестали просто куда-то подевались, пропали прыщи. Все мои черные, знаете, точки, не черные точки, а такие темные точечки, следы от глубоких таких прыщей, они пропали. И, в общем, я сейчас очень довольна своей кожей, очень довольна своим лицом в плане состояния кожи. Знаете, девчонки, у меня столько было вот этих покупок, я так устала на самом деле разговаривать. Уже 4 раза я встала, у меня выключается камера, я все встаю, включаю. И, видимо, я очень долго все это снимаю. Скорее всего, я видео разделю на 2 части. Это все, что я вам хотела показать, девчонки. Пишите, у кого какие эмоции, какие ощущения от тех продуктов, которые я вам показала, от тех средств. У кого есть то, что я вам показала, что-то из того, что есть, напишите ваши отзывы, потому что мало ли кто будет читать комментарии, может быть, понадобятся ваши комментарии тоже с вашими отзывами. Если вы с чем-то не согласны со мной, тоже, пожалуйста, напишите. То есть не надо бояться мне писать какие-то вещи, которые противоречат тому, что я говорю тут с видео. Все мы люди разные, в принципе, это нормально. Если кому-то очень нравится, допустим, тот же самый вот этот крем, который мне совершенно не подошел и не нравится, то вполне вероятно, что он кому-то еще нравится.